Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Мы предлагаем загрузить деревню. Давайте присоединимся. А, ух ты, присоединиться к другой деревне. Нет. Присоединиться к другой деревне, но мы все равно однажды. Такой типа, о, что это такое? Наконец-то, мой друг, мы добрались до убежища. Мне очень холодно. Надеюсь, здесь никого нет. Разрази меня гром. Сначала зомби, а теперь еще и люди. Неужели никто не читает мои предупрежденные знаки? На них же явно написано «Вход запрещен». Ладно, сначала одна проблема, потом другая. Не люблю работать с несколькими задачами сразу. Давай сначала избавимся от зомби. Ладно. Я так понял, надо стрелять в них? Или что? Так. А, мы типа его поставим... У нас начинает зомби. Кстати, очень знакомая игра для меня, потому что мы где-то вот, я где-то это начинал. Прекрасно, им стоит обратить внимание на мои предупреждения. Значит, ничего зомби не видит, там добились. Арр! Типа, окей, снизу идет. Мы оставили, мы его в другую, короче, другое окно засадим. Давай, стреляй, стреляй. Промах. 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 Ты офигел вообще. Рано пока снимать носки. Это еще не конец. Двигается еще огромная толпа. Давай, давай, там мы сейчас перекинем сюда. А, это вот типа. Что-то стрелять, что ли? Нифига себе. Все, наконец, уже не знаю, чем им как-то не нравится мой дом. А, 8 опыта. У меня здесь, наверное, нет вот именно предупредительного какого-то знака, который типа вот. Явно это должен. Показать, что здесь находится или как. Но я думаю, просто из-за того, что я играю в... Как он называется? Видишь, дерево, например. Дерево, обычные гранаты, боеприпасы. Некоторые картинки мне прогружаются, но это из-за того, что я играю в Blue Stars. Ничего страшного. Здесь, я думаю, это не повредит игре или, точнее, обзору. Давай посмотрим. День первый. Окей. Так, у нас получается что? Неизвестный чувак. Появился выживший. Штурмовик. Прокси. Так, окей. Где здесь девушка? Девушка может найти оружие. Ну ладно, это понятно, что тут бесполезный, короче, как называется. Окей, давай кидаем его. У нас теперь две девушки, которые могут нам помочь. Вот видите, там дерево, вот эта вся фигня, их не видно. Но из-за того, что я играю в Blue Stars. Ничего страшного. Так, получается, мы что можем? Поставить вышку оборонительную. Вот, мы можем... Ее сюда надо поставить, да? Окей, выбор строителя. В смысле выбор строителя? Мы еще выбираем строителя. Построить. А, к сожалению, у меня нет ничего предложить вам на ужин. У самого ресурса уже заканчивается. Ничего страшного. Но, я так понял, что можно взять. Кстати, миссия, сложность. Типа сбор. А, то есть мы можем... Еще на сбор 2 часа ее отправить. Шаг 5. Теперь надо подождать. Я пойду и послушаю ручей. А вы чем займетесь? Получается, мы перематываем. А, все. Пропуск время. Пропустить. Все завершено. Получили опыта. Наконец-то башня готова. Выглядит довольно практически. Практичный. И завершить задание. То есть 2 часа прошло. Миссия выполнена. Мы, короче, построили, сделали шанс успеха. Результат миссии. Мы доходим сюда. Так, теперь дошли сюда. Получение опыта. Окей. Коснитесь, коснитесь, коснитесь. Так, окей. Надвигается ночь. Зомби всегда атакуют ночью. Моя теория. Они предпочитают есть нас, пока мы спим. Ну, все понятно. Знаешь, что такое? Начать ночь. Начинаем ночь. Достаточно боеприпасов. Окей, старт. Ночь первая. Так, давай, да. С какой стороны его написано, да, с этой? Теперь мы вот так вот поставим. Так, мы, в принципе, убили их. Еще оттуда. Ну, давай здесь с этой стороны. Вот так вот будем стрелять. Ну и вышка, в принципе. А вышка-то что, кстати? А, мы можем на вышку его поставить просто.
А, вон как. Ну нет, нам пока не нужно особо. Сейчас с какой стороны пойдет? Мы получили опыта. Я думал, вышка будет отстреливать сама, оказывается. Что за фигня? Награда за рейтинг. Мы получили, короче, трофеи. На этих трофеев. Так, а будет дерево нашли, гранату, сигнальная лента, ну и боеприпасы. Главное, золото погрузилось. Один день длится 4 часа, а потом вы должны продержаться ночь. День второй. На черном рынке продолжается радиовышка. Может, неплохо было бы ее приобрести. Так, давайте посмотрим. Оборона. А, ну вот оборона, да? Радиовышка. Да, радиовышку здесь поставим. Послушайте, сейчас мы получим первое сообщение. Помогите, везде зомби. Твой отец, шутка. Уже жалею, что мы купили эту радиовышку. Хотите помочь? Решайте сами. То есть мы типа можем помочь. Выжившим нужна помощь. Надо их спасти. Давай посмотрим. Старт. Типа 3 часа. Так, 3 часа, типа у нас будет вышка, да? Давайте дальше давай посмотрим. То есть жилье. А, мы еще должны построить жилье. Вот это. Может, шалаш? А, шалаш нам сказали построить, нифига себе. Вот так вот сделаем шалаш, тоже оборонительный шалаш. И кинем его на постройку. Построить 2 часа. Все. Надеюсь, шалаш станет настоящим убежищем для них. Ну, в принципе, наверное. Наверное, станет шалаш лучшим убежищем. Сейчас у нас получается что? Завершить задание. Да, завершить сейчас. Вот. Жду не дождусь, когда уже можно будет увидеть шалаш. Где он? Что за куча досок? Это же куча досок. Ладно, для начала сойдешь. Что еще случилось? Так, давайте посмотрим, продлеваем время. Так, все, пропустить. А, посмотреть время. Пропустить нельзя, смотрите-ка. Ну ладно. У нас реклама идет 4 часа. О, 4 секунды, хуй с ним. Так, завершить. Так, миссия выполнена. Мы выжившие вышли. Вау. Так, сейчас мы типа кого-то убили. А, это вот как раз задание показывает. Шанс на успех, окей, мы все сделали. Новые выжившие. Ну, он нам будет помогать, наверное. Защитник. Ух ты, нифига себе. Он сам не мог. Вас стало еще больше. Пора бы установить несколько правил. Новичок спит в шалаше, это точно. Вот так, тогда вот так вот получается. А, типа могут подойти. Ну давайте начнем ночь. Да, старт. Вторая ночь. Первая ночь. Так, у нас получается, ага. Они здесь внизу. А, ну тут тоже, да, нормально. Сейчас они радиостанцию, наверное, будут валить. Нет, радиостанция. Крит. Он даже не знает. Блин, у меня шалаш фигарит. Я думал, будет жить в шалаше реально. Давайте жить в вышке сейчас. Вышка понадобится. А ты сюда? А ты сюда. Вот. Вот. Он с дробовика играет, смотри. А, ой. Вставляем. Так, давай-ка ты сюда, бро. А, в шалаше, в шалаше, в шалаше. Блин, даже не достанет шалаше. Давай тогда боу. 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 Мы уже, кстати, покоцаны. Ночь завершена. Неплохо. Начните для продолжения. Все, у нас ночь уже одна завершена. Все сделано как надо. Продолжить. Так, сумку с ресурсами. Ценный продукт.
и легендарный, кстати. Ух ты, у нас еще можно даже. О, нам можно даже сумку с трофеями. Вечером весь временный прогресс останавливается. Играйте ночью, чтобы продолжить. Окей, день третий, то есть на день пятый нам дают одну награду, на десятый на другую, на третий и так далее. Видите своими. Видите недопустимый символ. Фиг с ним. Отправить. Ух ты, нам дают типа... Не хочу, граничный стартовый набор. Не хочу. Это. Экономия. Пропустить, ребята. Вот. Так. Ну, в принципе, у нас ночь идет 4 часа. За это время нужно, типа, что-то построить, что-то открыть. Да, как обычно, каждому дать задание. Если, например, даже... Кто не менты фигарит там на заднем плане. Так, здесь, например, сложность, да, 3 часа. Это у нас, получается, ходячие мертвецы. То есть, ну, шанс на успех 69. У нас у каждого шанс на успех, да, 100. То есть, мы можем делать до начала наступления ночи. Так, вот у нас, получается, старт. Растение зомби, веселые постановки. То есть можно каждому заданию просто раздать. Аж вот этот. 55 шансов. Ну, а пофигу. Окей. Что-то я нажал. Старт. Так, окей. У нас получается 2 на задание, а один может быть на постройке, то есть остаться. Тоже построить. У нас оборону вот лучше, конечно. Чтобы траншеи, мины вот эти ставить, да, требуется на третьем уровне. То есть электрошокер, ледяной рудник, пугало. Пугало, я не знаю, типа. Деревянные шипы, деревянные шипы, да. Главное, чтобы можно еще улучшить главный дом. Это получается главный дом. И уже он как улучшается, наверное, за счет уровня, наверное, да. Жилье. Шалаш. И так далее. Ладно, ребята, в принципе, игрушка прикольная. То есть здесь ты, как получается, проходит ночи, как говорится, ты валишь зомби, проходишь задания. Да, только у меня здесь пару картинок не видно, но все равно суть вы улавливаете, да? Если вам понравилась эта игрушка, то, пожалуйста, ставьте ссылочку в описании. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.